Всем привет, ребята! Меня зовут Моичиро Тотито, и сегодня мы будем разоблачать Злату ХТВ. Что же, начинаем разоблачение. Впервые, когда я познакомился с этим каналом, я думал, что он будет нормальным. Но когда я посмотрел, что делает этот человек, я просто вот кринжанул на максималке. И вот самое кринжовое, что я узнал, это то, что она не умеет различать полы. И еще эта клоуниха даже думать не умеет. Но мы ее уже слили в ее телеграм-канале. Я не буду показывать, что она там делала. Вы и так все прекрасно понимаете. Ну короче, подведем итоги. Злата ХТВ — это дурочка с двумя извилинами, которая хайпится на хейте. Так она еще и полы различать не умеет. И думать тоже. И да, если вы видите такой канал, то лучше не подписывайтесь. Ладно, с вами я прощаюсь. Всем пока, всем удачи. Пока-пока. Ой. Точно. Я же забыл этот, Катюта, скинуть ссылки видео, то что, ну, типа это доказательство того, что Злата ХТВ сама начинает нас злить. Теперь уже точно до встречи, всем пока. Я скину ссылки на видео, то что, ну, это типа доказательство того, что она начинает нас первой обзывать.